Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала. Алексей Панин продолжает войну против Максима Галкина. Звезда фильма «Жмурки» выложил новый пост в Инстаграм. Эпатажный актер показал подписчикам скриншоты, на которых видно, что телеведущий пристально следит за его сторис. По мнению Алексея, Максим боится, что он сможет рассказать какую-то информацию, которую Галкин хочет оставить в секрете. Через какое-то время Панин удалил разоблачающий пост из своего аккаунта. Максим Галкин потихоньку заглядывает на мою страничку в историю. Ну а вдруг я что-нибудь лишнее про Эрнста скажу или еще про кого? Видимо, Максим услышал мои угрозы и решил контролировать мой Инстаграм. Значит, разворошил я осиное гнездо. Это уже не первый раз, когда скандально известный актер разоблачает Галкина. Напомним, конфликт между Паниным и Галкиным начался из-за сущей ерунды. Юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера. Просто в сети появились ролики, в которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!